ну и что этот мудак вытворяет? Говорят, он хочет порезать вены. Все отойдите. Не пытайтесь меня остановить. Назад! Эй, Шон, что ты вытворяешь? Я больше не вижу смысла жить. Шон, хватит нас позорить. Да, Шон, перестань, давай поговорим об этом. Я хотел поговорить об этом, но никто меня не слушал. К тому же Нив заперла меня в чулане. Ты заперла его? Да, и мне интересно, кто его выпустил. Точно не я. Перестань трындеть и положи нож, Шон. Нет, не положу. И ты на самом деле порежешь себе вены, как унылый мудак? Да, порежу. Чувак, просто положи нож. Почему? Мне незачем больше жить. Хотя все равно вам всем насрать! Нам не насрать, чувак! Еще как насрать! И мне! Могли бы и не говорить! Просто попробуй успокоиться, Шон. Это так больно! Да, я знаю. Так-то лучше. Ты серьезно? Мне нужно покончить с этим! Ладно, я не хотел этого делать, но ты меня вынуждаешь. Шон, я звоню твоей маме. Ты будешь звонить его маме? Брона, не нужно. Еще как нужно. Позвоню и скажу, что тут ее сынуля собирается с собой кончать. Посмотрим, что она скажет. Брона, пожалуйста. Все, теперь ты попал. Нет, не говори маме, она же озвереет. Она убьет меня. Ты не оставил мне выбора. Нет, пожалуйста, стойте, простите. Я кладу нож на место. Я кладу его.